8 минут назад сообщили печальную весть. Народный артист России Валерий Леонтьев умер у себя дома в окружении родных. Валерий Леонтьев – легенда российского шоу-бизнеса, популярность которой не спадает с годами. Творчеством артиста продолжают восхищаться представители уже четвертого поколения слушателей. В свое время певец стал первым, кто привнес на эстраду традиции музыкально-театральных шоу, за короткий срок превратившись из скромного провинциального паренька в звезду международного класса, которого американские поклонники окрестили «The one who gives love» – «Тот, кто дарит любовь». За свою длинную и богатую творческую деятельность популярный исполнитель записал свыше двух десятков студийных альбомов. Дебютный, названный «Муза», вышел в 1983 году. Лучшие его песни знает вся страна. В карьере Валерия Леонтьева есть даже совместное выступление с президентом Владимиром Путиным. В 2006 году в Сочи на концерте для глав государств СНГ Леонтьева вызвали на бис, и он начал петь «Надежду». Неожиданно к нему присоединился президент России, которому артист передал микрофон. Все свои концерты и танцевальные шоу Леонтьев ставит сам. Его оригинальные костюмы также авторские. Валерий Яковлевич известен и как актер. На его счету картины «На чужом празднике», «Захочу, полюблю», «Дочь полковника» и другие. Не раз Леонтьев появлялся на экранах, как герой документальных лент о жизни и творчестве. Друзья, давайте поставим палец вверх под видео в знак памяти народного артиста. Здоровья вам и вашим близким!